ничего. Я сегодня, как Станислав Морозов, затусил с нодовцами. Где у меня там? 4 года. Тут зона будущего. Так, что тут за вход? Пойдем смотреть. А? Я и смотрю наверх. Прикольно, да? Если я правильно понимаю, то вон тот мост стеклянный сзади нас. Че, пойдем? Судя по всему, это он. Ну тогда мы его нашли. По-моему, это не он. Это не он. Смотри, как сделал. Ну вот мы снова в сосновом лесу. Такая же тема со стеклом. Вроде даже оно крепкое. Вот что мне нравится, это Москва. Здесь очень много красивых девушек. Ну что, как впечатление на этом мосту? Нет, здесь не то, что даже прикольно. Здесь шикарно, да? Слушай, а что тогда? Делись впечатлениями от поездки. Давай на пони Кремля. Я не знаю. А что сказать? Это... Ну, слушай, я не могу такое выставить в эфир. Это что? Это офигенно. Вот. Это просто... Давай вот здесь сфоткаемся. Не, время у нас еще достаточно. Давай я тебя. Не, ну здесь шикарно. Здесь просто... Здесь очень шикарно. Это зашибись, просто зашибись. Туда вдаль можно смотреть. Где там? Вот, мишки. Ну да. Жмал. Пора другую селфи-палку.
Мы уже были в такое. Ну что, открывай. Они успели пройти в ту дверь за охранником. Они туда прошли, а нас уже тормознули. Сказали, что выход здесь, а они успели выйти. Так что они где-то здесь должны быть. Если они, конечно, вышли. Так. О. Где-то. Вот я. Прошел просто так. Ну, молодец, что я могу сказать. Ничего себе. Круто. Ну тут походу только растения одни. Ну идем, так идем. Чего тут? Стекло. А ты думал, это что? Я думаю, это тянется еще. Вода. Кто-то уже пытался разбить. Возможно. Ну вот, видишь, мегалиты, да? Так, а где? Ну и нормально. А что там? А просто, я тебе говорил, лезь на тот камень. А ты нет, нет. Шикарно. Мне тут все нравится. Не хватает, конечно, наших джунглей, в которых мы обычно лазим, но и так сойдет. Как нам сказали, для москвичей это уже почти что лес. Они здесь ценят каждое дерево. Серега, а? Ты хочешь пойти их посмотреть? А? Чего ты спрятался? Я не знаю. Не знаешь? Посмотри.